В левобережной части города в рамках проекта «Реальные дела» полным ходом идет реконструкция сквера «Пионерский», что на одноименной улице. Произведена обрезка и валка деревьев, стрижка живой изгороди. Цветочные клумбы радуют взор горожан. А недавно здесь взялись за восстановительные работы чаш фонтанов, которые раньше пугали торчащей арматурой и давно облупившейся краской. Напомним, что средства на программу «Реальные дела» были выделены правительством Челябинской области, и это решение было поддержано депутатами фракции «Единая Россия» в законодательном собрании. Региона. Сквер «Пионерский» разделен на две части. Восстановительные работы коснулись пока первой. 2 миллиона рублей было выделено на ее благоустройство по программе «Реальные дела». Было обрезано 199 деревьев и еще 5 свалено. Скошена трава, аккуратно подстрижена живая изгородь. А сейчас силы брошены на восстановление внешнего вида чаш фонтанов. Фонтаны, конечно же, у нас здесь работать не будут. То есть здесь намного более глобальный ремонт в таком случае требовался бы. На сегодняшний день выделены средства только на ремонтную работу по внешнему виду. Так сказать, наверное, больше как памятник фонтану. Но самое главное, чтобы это все внешне выглядело хорошо, красиво. Не так, как эта торчащая арматура у нас тут была и травмоопасна.